День первокурсника прошел в новом кампусе ДВФУ на острове Русский. На торжественной церемонии, посвященной новому учебному году и переезду ДВФУ на остров, с приветственным словом выступили высокопоставленные чиновники, среди которых помощник президента России Андрей Фурсенко. У вас появились уникальные возможности. Такого университета сегодня нет нигде в России. И я думаю, что благодаря вам мы сумеем, наша страна сумеет показать свое лидерство именно здесь. Лидерство интеллектуальное, лидерство в образовании, лидерство в науке. Я желаю вам этого, я уверен, что у вас это получится. Поздравляю вас! Вперед, ребята! Дорогие студенты, необыкновенно рад вас приветствовать сегодня на острове Русском. Я должен университет, коллектив сотрудников и преподавателей поздравить с тем, что несколько тысяч молодых, веселых, заинтересованных, продвинутых, талантливых людей приехали в город Владивосток или из Владивостока приехали на остров Русский, чтобы учиться здесь, чтобы прожить несколько очень интересных, наверное, самых лучших в жизни лет. Я очень завидую студентам, по-хорошему завидую, которым посчастливится учиться в этом прекрасном кампусе, потому что Андрей Александрович уже сказал, действительно, такого кампуса нет больше нигде, ни у одного университета в России, да. Я хочу сказать, что и в мире, я думаю, он займет очень достойное место. Все это стало возможно благодаря работе проектировщиков, строителей, но самое главное, благодаря решению руководства нашей страны. И нашему городу вам дарится такой великолепный кампус, такого, но уже все сказали, в России нет, и в мире это один из лучших. А теперь, конечно, преподавателям, всему коллективу ДВФУ нужно сделать так, чтобы он был не только материально лучший, но и самое главное, образование должно быть на высочайшем уровне. Гимн студенчества, клятва новоспеченных студентов, выступления творческих коллективов и, конечно, проба традиционной студенческой закваски – это неотъемлемые традиции студенческих праздников. Сергей Иванец, ректор ДВФУ, прямо на сцене активировал первую символическую ректорскую именную карту, которую через несколько минут он передал всему студенчеству в лице представителей студсовета. Для высокопоставленных чиновников и гостей мероприятия провели экскурсию по студенческому центру, в ходе которой состоялось торжественное открытие студенческого отделения Сбербанка. Объявляется открытым! Гостям показали студенческий офис компании, а также продемонстрировали различные новинки в области обслуживания и технологий. Многие студенты очень рады переезду на остров Русский и вообще появлению целого студенческого городка. Однако не все так хорошо, как им того бы хотелось. Скажите, пожалуйста, вы когда заселились в кампус, в комнату, было видно то, что до вас там кто-то жил? Ну да, у нас стояли стаканы с водой на тумбочках грязные. Была сломана шторка, ну не хватает там вещей некоторых, лампочек всяких. Ну и там, конечно, слой пыли жуткий какой-то, ужасно. Где-то немного неубранные комнаты оставались, но в общем-то хорошо. Нет, комнаты были абсолютно новые, очень красивые, чистые, я не знаю, мне лично очень понравилось. Нету лампы второй, фена, но так все нормально. ДВФУ оказался именно таким, каким я себе его представлял, и он оправдал мои ожидания, да. Нам мыться нечем, воды горячей нет, сказали, включат. А еще воду не привозят. Чем питаетесь? Ну, пока что лапшой и заварной, ну и в столовой, но в столовой дорого каждый день. Питаемся либо в столовой в больших очередях, либо лапша. Разрешили только чайники, плитки не разрешили еще пока. Да, так-то ничего неплохо. Ну, на автобусах было забавно ездить. Ну, не знаю, кто-то уехал, мы на такси ездили, потому что мы не влезли. Я правильно понимаю, что автобус ходит раз в час, но... Да, и мы полтора часа подождали и поехали на такси туда и обратно. Ну, 450 такси. А вы в город ездили просто погулять или уже на учебу? Нет, ну мы ездили за водой, потому что вначале мы думали, что будем пить еще нормальную воду, но потом уже отчаялись.
Праздник состоялся сегодня, в понедельник, а уже завтра новоиспеченным студентам предстоит начать грызть гранит науки в старых корпусах на материке, куда их будут доставлять специальные автобусы. Поехать на учебу и вернуться в кампус можно совершенно бесплатно. Транспорт ходит каждый час.